так больно? Вот не надо песен. Привет, друзья, это очередной выпуск хороших фильмов. И начнем мы сегодня с фильма «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Фильм 2006 года. Это часть «Форсажа» без известных героев, без известных актеров, но тоже вполне себе ничего. On the other side of the world, on the wrong side of the law, a new style of racing rules the Tokyo underground. How you guys get away with this? Следующий фильм, американская комедия 2000 года, называется она «Добейся успеха». Чем этот фильм примечателен? Тем, что там снималась Кирстен Данст. Let's hear it for the five-time national cheerleading champions, the Mighty Toros! Следующий фильм «Вести сигарет». Просто вот так вот «Вести сигарет». Но вообще, как по мне, такой вот дух 90-х вот, передает этот фильм. А, и фильм этот был 1999 года. Yeah, fun this is. This is so fun. Woo! Следующий фильм называется «Сказки на ночь». Это такой детско-взрослый фильм. Не знаю, можно, наверное, назвать его семейным, но там такие штуки. Фильм рассказывает о парне, который присматривает за своими племянниками. И он рассказывает им сказки на ночь. Причем сказки почему-то сбываются. Достаточно веселый, хорошие актеры. Там снимается в главных ролях Адам Сэндлер, ну и другие тоже очень хорошие актеры. Веселый фильм со спецэффектами прикольными. А, и фильм 2008 года. Кита, расскажи нам историю. А на голове у меня кто? Плаксик. Почему Плаксик? Из-за глаз. Боль. И в заключение криминальный фильм 2001 года, называется он «3000 миль до Грейсленда». Прикольный фильм, ну, чем он примечателен? Тем, что там снимаются Курт Рассел и Кевин Костнер. Там они переодеваются Элвисом Пресли и зажгут. They're taking the act to Vegas. Main booth, scramble security. And bringing down the house. Всем хороших смотреть фильмов желаю. Ссылки на трейлеры к этим фильмам, которые вы можете посмотреть, в описании к видео. Всем хороших впечатлений, всем пока.